Привет, народ! Я буквально недавно проснулся и понимаю, что все, уже осень настала, и надо менять гардероб, менять вещи, которые из шкафу, летние убирать подальше, и что-то доставать осеннее, уже скоро зимнее. И поскольку вещей у меня достаточно много, так как это моя работа, излишне много, я их не могу хранить в одном месте, приходится перекладывать, и вообще периодически я делаю вот такую вот чистку гардероба, не знаю, меня эта история вся как-то успокаивает, и я как будто окажусь себе продуктивнее, если у меня, ну вот, просто все по полочкам разложено. Поэтому обычно это происходит у меня, я просто все вываливаю из шкафа, заново складываю, что надо оставляю, что не надо убираю. Короче, будете смотреть, и вместе со мной что-то будем сейчас уже отсекать, что-то может быть на продажу, что-то в донейшн, ну там, короче, все увидите сами. Кстати, худи Weekday, которая ни разу не носилась, а ему, наверное, уже сколько? По-моему, оно у меня с весны. Не знаю, попробую его примерить, как оно вообще. Но, наверное, ну просто мне не нужно такое количество худи, потому что у меня их очень много. Ладно, пускай еще немного повисит. Может быть, я его все-таки продам. Короче, когда ушла, и когда все ушло, и я испугался, что больше не будет идеальных футболок с Uniqlo, и нашел их на Ламоде, я скупил себе... Это лишь какая-то малая часть. Абсолютно такое ощущение, все цвета футболок, которые были, для того, чтобы... У меня всегда был правильный тон, правильный цвет, и в итоге я хожу всегда либо в белый, либо в черный, и все. И вот это вот до сих пор лежит в пакетах, вот эти я надевал, они до сих пор с бирками, просто для того, чтобы, не знаю, для того, чтобы померить, я их вытащил из пакета и понять, что они мне абсолютно не нужны, и так ни разу за лето они мне не пригодились, поэтому... Как иногда кажется, огромное количество вещей, оно не всегда нужно. Есть такое ощущение, что тебе нужны все цвета для того, чтобы их все это сочетать, но по факту нет, не всегда это работает. В общем, я сортировал футболки на две стопки. В первой это то, что я ношу, и вторая это где все цвета радуги, которые мне нужны редко, поэтому эти я положу себе в комод, который у меня отдельно стоит в другой комнате, а эти куда-нибудь уберу до лучших времен. Вот эта кофта от бренда, по-моему, это Just Be Nice. Мне ее присылали для рекламы, я ее, в принципе, носил буквально несколько раз и оставлял, потому что мне нравится, как она выглядит, особенно в таких светлых образах, если еще торчит воротник рубашки. Но я носил ее, наверное, раза три максимум, из них, может быть, один раз я одел образ и там 2-3 раза выносил ее, выходил в ней на улицу, поэтому, наверное, я все-таки ее продам. Эту куртку я купил тоже в Заре, ну где-то, наверное, года 3 назад, и активно ее носил. Но поскольку это натуральная кожа, ей абсолютно ничего не произошло. Но на данный период времени как-то редко она стала появляться у меня в аутфитах, поэтому я тоже уже, в принципе, выставил ее на продажу. Кстати, у меня есть отдельный аккаунт, где я продаю вещи, и я его оставлю в описании. Переходите, посмотрите, там периодически появляются новые позиции. Еще одной из таких позиций можно вот посчитать вот этот пиджак, который я заказал на Пойзоне. Если бы мне были не короткие рукава, это был бы просто шикарный, невероятный, самый прекрасный пиджак. У него очень красивая, очень красивые пуговицы. Вообще, в целом, очень хорошее качество. Но он мне маленький.
Рубашки и костюмы я тоже убираю отсюда, потому что они мне нужны будут уже не так часто, а один раз достать я спокойно могу где-нибудь издалека. Просто для понимания того, сколько у меня худи, и это не все, примерно столько же еще есть. Серое, светло-серое, красное. Вот с этим надо что-то делать явно. Если вы захотите видео, где примерка всего моего гардероба или вот что-то типа такого, то напишите в комментариях, потому что, ну, это очень долгое длительное видео, но если вам такое интересно, то можно, в принципе, будет сделать. Как мне кажется, стало уже намного лучше. Это, конечно же, еще не все, потому что есть огромное количество вещей еще в других местах, и их тоже нужно будет разобрать, но уже это, в принципе, неплохо. Как-то так проходит разбор моего гардероба, моих вещей. И скажу я вам, занятие это не всегда интересное и веселое. And cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast. With the glow.